предыдущих выпусках мы уже восхищались Цветаной Перронковой, но мы можем делать это бесконечно. Цветана продолжает жечь на US Open 2020. Напоминаем, что после трехлетнего перерыва Перронкова вернулась на корт. На турнире в США ее сетку никак нельзя назвать проходной. Цветана уже прошла Самсонову, Мугурузу, грозную Дону Векич, и теперь в 1/8 финала она обыгрывает француженку Ализе Корне. Этот матч изначально не мог быть простым, ведь обе теннисистки демонстрировали отличную игру. Матч получился довольно изнурительным, но в третьем сете Перронкова все же дожала свою оппонентку и вышла в четвертьфинал US Open, где встретится с грозной Сиреной Уильямс, которая в свою очередь обыграла гречанку Марию Саккари. Букмекеры безусловным фаворитом считают Сирену. Это и не удивительно, ведь для младшей сестренки из Уильямс этот корт домашний, и она выигрывала этот турнир 6 раз. Но стоит заметить, что Цветана в каждом матче этого турнира считалась андердогом и все же выигрывала. Поэтому заранее списывать со счетов болгарку точно не стоит. Матч Перронкова-Уильямс обещает быть жарким, и вполне возможно, что этот матч станет скрытым финалом. Live Sporting Tribune вместе с вами смотрит и наслаждается женским теннисом. Спасибо, что были с нами.